Всем привет! Это Катя, канал Bad Girl. Это игра Resident Evil 4, серия, по-моему, 6. Если вам кажется, что у меня мокрые волосы, то вам не кажется. Я просто только что из душа решила даже не сушиться. Потому что я не люблю фены и все вот эти дела. Зато я люблю Resident Evil 4. Как вам игра, кстати? Как вам игра? Пишите в комментариях активненько. А то что этого не пишите в комментариях активненько? Так, пошли. Пошли дальше. Сейчас будем лутать озеро. Леон начинает кашлять кровью и теряет сознание. Что-то прячется в его теле, незаметно подтачивая его изнутри. Он должен найти Эшли, пока еще не поздно. Что такое? Тьфу ты, господи, я здесь, что ли? Смотри, чел. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Подожди. Они могут все. Это хорошо. Дай каратель. Нет места для снаряжения. Куда ты это положишь? В карман? Так, давай мне тут не выеживайся. Я прошлой серии, между прочим, все так сделала, что я не в карман положу, а в карман положу, а вообще, что ты пристал? В карман положу. Ишь ты какой. Смотри, вот раз, и место будет, прикинь. Чё, блядь, эти бомбы, гранаты вместе не это? Да почему? Ой. Ай. Ой, ай, эй. Не, я не поняла, зачем я это сделал. Ай, вопрос интересный. Вопрос остается открытым. Ну и все. Мудрый выбор, друг. Ты сможешь пробить почти все, что угодно. У меня есть каратель. И больше ничего нет. Приходи в любое время. Это да, подожди, про карателя. Пистолет изготовлен специально для Леона. Блять. Я даже не знаю. Так, а давай его поставим куда? В быстрый доступ. Давай на пятерку его поставим. А вот этот тогда поставим в быстрый доступ, но не на пятерку. На шестерку. Вот так сделаем. А это что такое? Этот можно на восьмерку поставить. Хорошо, ладно. Так, а что мне надо было вообще? Я куда хотела? Я куда хотела? Вообще какая задача у меня? А смотрите, две точки на карте. А, вот эти. Ой, бляха. А это что за точка? А, это перемещалочка. Подожди, а я вот сюда хочу. Там какое-то богатство. И вот там какое-то богатство есть. И вообще на ферме сколько богатств осталось? Подожди, а вот тут что? Вот тут что-то есть. У нас есть ключ. О, есть маленький ключик. А это куда? Это сюда? Два карателя возьмем в руку. Посмотрим, что лучше. Так, это я где? Это я куда? Бля, где-то на улице. А, не, все правильно, все правильно. А! Так это даже не богатство. Это я просто забрать забыл. И тут есть торговец? Нет, не забыла. Ой, как все быстро. А, во-во-во-во-во, точно. Ну-ка. Опа, подходит.
Светильник с бабочками. Так, у меня спиздили ключ, да? Нет, многоразовый. А у меня ничего нет. Это я сейчас все такие штуки смогу открыть, что ли? Прикол. А тут что лежит в карьере? Прикол. Вот это прикол, конечно. Ой-ой-ой-ой, я вспомнила. Не понял. Ты где-то наверху? Или под землей? Ага, ладно. Так, это я теперь такие штуки смогу открывать, между прочим. А чё ты руки трогаешь, Лёня? Бабах! Просто как. Так. Ой. Значит, допустим. Часовня в большой пещере, пещера с рисунком, сарай для лодок. Две точки на карте, это же вот эти, которые подсвечиваются, правильно? Или какие точки на карте надо смотреть? А, нет, подожди, смотрите, две точки на карте. Одна получается вот, а вторая... Сколько богатств? Или чё? Или как? Или куда? Цель, доп. Цель. А. Тогда нам сюда, что ли, куда? Вот сюда? Или сюда сперва? Вот сюда, наверное. Типа по прямой? Сюда? Да. Что-то сломало, смотри. Снесла нафиг просто. Ладно. Тихо. А я тут была. Сейчас не понял. Я ж тут была. Или ты хочешь сказать, я до цели не дошла? А, ну так я тут была. Сейчас что-то вставить надо, хер помечу. Так, я запуталась. Взяла паузу, называется, между сериями. Ровно в сутки. Так, ладно. По крайней мере, у нас есть транспорт. Транспорт — это хорошо. Так, сейчас тогда разворачиваемся. Разворачиваемся, блядь, не в стену. Бля, не туда выехала. Сюда? Нет, не туда. Не понял. А, так я не туда еду. Проехала. Ёлы-палы. А чё так громко, кстати? Подожди, вот это? Да, вот это. Ти-ти-ти-ти. Во, нас тут ждут! Наверное.
Нас тут ждут. Да, нас тут ждут, сука. Я, кстати, не могу понять. Чё взял? Стоять. Так, зеленая трава, это сразу объединяем. Ой. Да, блядь. Ага, сразу объединили. Угу. А, и песочки взял, все. Сука, мне нужны гранаты. Опять куда-то выехала, заблудилась, смотри. Тьфу, блядь. Где этот торговец? А сколько у меня денег? Да, блядь! Да, сука! Во! Рыбку добыл. Я же говорю, можно рыбу добывать. Так, блядь. Мне не хватает световых гранат, там эти. Забавные ребята с этими. Ну вы поняли. Товарищ. О, привет. Здравствуй. Я, блядь, не хватает. Много отличных товаров, чёрт. Ща. На твой светильник с бабочками. Готов, спасибо. Дай мне... Световые гранаты дай. Знание — сила. Помни это, друг. А сами гранаты можно купить? Нельзя? Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Шо за, блядь, у тебя это? Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Тебе, говорит, важнее выбор или просто деньги, или что просто выбор? Все? Доброго пути. Отъебался от меня. Как делать световую грену, блядь? Блядь, материалов не хватает, сука. Так а как же я их победю, если мне материалов не хватает? Так, я не поняла. Сейчас мне как-то надо разобраться с этим вопросом. Мне нужен лут, получается. Да? Это что такое? Бля...
Есть, конечно, вопросики. Ходит там, да? Суки. Ходит, ходит. Блять, все равно... Все равно оттуда надо идти, да? Блять, а как же я их? Просто так ведь не убьешь, им свет нужен. Подожди-ка, умер, что ли? А от чего? А, световая греночка! Так, это, во-первых... Это, во-первых, двигаем. Это, во-первых, двигаем. Световую греночку вот так размещаем. Одна, что ли, блин? Она у меня есть в быстром доступе, кстати? На двойку. Так, на двойку световая грена. На единичку обычный пистолет, на 5 какой-то другой пистолет. На 30... на 6 скорострельный пистолет-пулемет. На 3 дробаш, на 7 винтовка, на 4 греночка. А, можно было греночкой, мне кажется. Ниже тоже. Точно, блядь, я думаю, куда их девать. И на 8 какой-то, я не знаю, что это, блядь. Сами там разберетесь. Я скрипт сломала. О, нормально. А я сама зачем оглохла? Блять, можно было не тратить грену световую, прикинь. Можно было просто подорвать его на этом. Да, блядь! Ёбаный ты в рот, а! Упс. О! Ой, сука ты, ой, сука! Прикол. Прикол. Он хотел превратиться в эту аморфное существо, вот это, с тентаклями с башки. А получилось так, что он себя сам убил. Так, сколько у меня патронов? 38. Да, у них один вид оружия. Бля, херово. Ну, короче, нормально. Бороться можно. Нормально. Нормально. А ты что пистолет убрал? Возьми этот скорострельный. Попроще вроде. Так, ладно. Блин, ну, смотрите, мне очень нравится Resident вот этот, четвертый. Я не знаю, я не играл в оригинал. Сейчас, ремейковая часть. Чем мне нравится этот Resident? Смотрите, появляются новые враги постоянно. То есть у тебя есть челики с топором, челики с динамитом, челики с мачете, челики там с вилами. У тебя есть челики, которые превращаются в вот таких вот зомбарей. Есть челики, которые... Тихо. Есть челики, которые превращаются вот в эти тентакли из башки. Со всеми ними разная боевка. То есть ты не можешь одним пистолетом всех замочить. Как это было в 8-м резике. Ты мог там взять какой-нибудь имбовый пистолет или имбовый дробаш и просто всех мочить этим дробашом. Всех врагов. Здесь разнообразие боевки. То есть ты смотришь, тентакли появились, сразу достаешь греночки и начинаешь греночками закидывать. Плюс ты тут можешь оглушить от удар от выстрела или от чего-то, и потом раз, и ударить, и все. То есть не тратить лишний раз патроны. Потрясающая игра вообще. В плане боевки это лучший вообще, наверное, резидент, который мог быть.
пока что на моей памяти, потому что, ну, я не играла пока во второй, третий, но я смотрела второй, третий. И точно так же я смотрела, видела, как люди играют в седьмой Resident. Восьмой сама играла. Поэтому да. Так, сейчас мы дойдем потихонечку. Главное, чтобы и боесу по башке не прилетело. А там что? А там враги. Перезаряжай. Да ты заебал просто. Превращаешься? Да, блядь. Лови подарочек. Блять, охуел что ли? Блять, нахуй! Нахуй! Бежим, блять, нахуй отсюда! Пошел нахуй! Подожди. Куда ты, блять? Я случайно. Не, ну это пиздец. Лёнь, это пиздец, Лёнь. Лёнь, что делать будем, Лёнь? Ушли? Блять, что ты делаешь? Нахуя? Сам себя поджег, кстати. Тихо, тихо, тихо! Патроны заканчиваются. Ага. Ну-ка. Так, нормально. Дай мою. Взял? Забрал? Забрал или не забрал? Забрал. Блять, и боеса им, ты посмотри. Я же говорю, зайдешь, блять, а там и боеса. Шо там? Кто там еще? Откуда они, блядь, сверху упали, что ли? А, наверху вижу. Он меня видит? Так, план, короче. Защищаем сначала территорию, а потом все остальное. Иначе мы не вывезем. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Да откуда ты, падла? Блять. Подожди. Ай, подожди, блядь, подожди, подожди, подожди. Ай, подожди. Ай, похуй на тебя. Я вам сейчас и боеснусь тут, блядь. Охуели совсем. Бля, там чел с динамитом. Лёня, беги. Ай, молодец. Ай, умница. Ай, беги, беги, беги. Ай, беги, беги, беги. Ай, беги, 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 беги. Ай, беги, беги, беги. Ай, прибежала, ай, молодец. Ай, молодец. Нормально. Блять, сука. Блять, ты не умер, что ли? Лови подарочек. Да, блядь! Ну, это все. Это смерть, это смерть, это смерть, это смерть, нахуй! Я понял.
Да блять! Да блять, я горю, он меня не отпускает! Он меня не отпускает! Вот же ж сука! Да я знаю, что эта уязвимость у них действует. Что ты мне рассказываешь? Слышишь ты, блядь? Рассказывает она мне, рассказчица, блядь. Так, еще раз. Чего мы быстрый доступ поставили? Подожди. Блядь. Блядь, где материалы, нахуй? Когда они так нужны? Бля, еще одна грена, посмотри. Так, надо что-то поумнее придумать. Какой-то, блядь, план надо придумать. План. А я пока развлекаюсь тем, что переставляю предметы, понятно? Что ты забрал? Световая грена. Ага. Хочешь сказать, что не умер, да? Умер. Блять, там еще какой-то хуйня. Ой, блять. Ага, еще одна. Упс. Да, блять, ну прям в ноги ему можно же кинуть. Да сдохнешь ты, нет, блять. Лови подарочек. Ты посмотри, какая сука! У меня их не так много. А тебе как оказалось, блядь? Как оказалось, их не так много, понимаешь? Как оказалось. Я-то думала много, а ничего подобного. Блядь. Вы откуда ж бежите-то, а? Такие счастливые. Да иди сюда, иди! Спокойно, спокойно, блядь. С дороги. Серьезно? Ты же горишь, блядь! Тебя же свет убивает! Да как так-то? Его же свет убивает! Его, говорит, свет убивает! Я все бомбы потащила, блядь! Яркий свет, говорит, его убивает! Он нахуй горел, блядь! Как вот у меня сейчас пятая точка горит, вот он так же горел, понимаешь? Горел он! Как он из горящего состояния в тентаклю превратился? Почему? Ну, он не должен был в тентаклю превратиться. А чё песа-то? Дайте греночку световую. Или обычную. Чё-нибудь дайте. Это же невозможно. Сейчас попаду просто в передрягу опять. А чё мы сюда пришли вообще? Вот у меня какой вопрос. Интересно. А! Блять, ну конечно же, он там с тентаклей в башке, конечно же.
Пиздец, они тут все, что ли, превращаются в это создание вот это? Ну, мне пизда. У меня больше нету оружия такого, светового, гранатового. Понимаешь? Я что должна делать сейчас? Нет, он тентакли, он тентакли, он тентакли. Он тентакли. Он тентакли. Ты тентакли? Ну он тентакли же. Я главное сделать не могу ведь вторую эту. Бля, надо было прикрепляемые мины брать. Не, ну хотя бы. Чё там вообще? Блять, почему опять вот порох две ячейки снимаю? Не понимаю. Это очень странно, потому что, ну, типа, зачем? Так, чтобы меня видно было хорошо. Блять, если ты тентакля, то мне пиздец. Нет? Или ты ушел куда-то? Как будто ушел куда-то, смотри. Как будто ушел куда-то, сука. Не, не видать. Так, где эти все ебаесы? Где-то ходит. Ой, блядь! Интересно, заметил? Конечно, заметил. Хули нет-то, когда да. Какие песы ты? А ты понимаешь, что ты заебал? Понимаешь? Нет, ты не встанешь. Нет! Нормально, нормально, у нас есть ручная грена. Нормально. Одна, правда? Тихо, вот сюда можно встать. Главное правильно воспользоваться. Ну иди сюда, блядь, хули нет-то, когда да. Бля, желательно вдвоем. Да! Блять!
Еще один. Но я его ничем не убью. У меня ничего нет. Ни световой никакой. Нет же? Нет, конечно. Зачем? Мы же идем воевать с такими врагами, против которых нужны они. Поэтому не будет у вас. Короче, план капкан. Там песы-то, но песы-то мне нахер не нужны. План капкан, если он подходит, мы просто сваливаем. На лодку и бегом отсюда. На какую кнопку дробовик? На 3. Я пошла отсюда. Оно не реагирует, и я пошла отсюда. Понятно? Хуй ты там меня найдешь. Может, ты сама сдохнешь? Ну, пожалуйста. Или стоит там? Стоит? Или не стоит? Перезаряди, кстати. Перезарядил? Ну, он обходит. Чё я сделаю? У меня ничего нет. А здоровье? Здоровье чуть-чуть есть. Сейчас вот ввязываться в эту драку, оно мне надо. Я ж что, не без царя же в голове, правильно? Стоит, тентаклями машет. Меня пока не видит. Спиной стоит. Ничего взрывного у меня нет. Чуваков вроде как там левых тоже нет. Я могу, по идее, сейчас попробовать пробраться наверх, там погулять пока. Давай. Ой, кого-то видел, что ли? Никого не видел вообще. Он что, слепой? Может, тут какая грена будет? Нет, песы-то вижу. Что мне до ваших песотов? Дай грену. Эта дура же меня видит, правильно? Что за звук? Ой, а тут знаки какие-то нарисованы желтые. Так, это, наверное, вот сюда, да? Да, это вот сюда. И чё, блядь, и как это понять? Спуститься надо, серьезно? Так, а можно как-то без спускания? Так, я вижу вот эти. Что происходит, блядь? Вот она там у меня курочка внизу ходит, правильно? Ой, там что-то есть. Бля, сильно ли мне важна жадность? Это не то. Это сейчас вообще не то было. Ну и как я сейчас мимо пройду? Ну, кстати, вообще не реагирует, по-моему.
Он там в углу застрял, хер бы с ним. Так. Что-то куда-то лево-право, ничего не понятно. Давай-ка посмотрим. Может, так подберем. Главное. Я вообще наугад это сделала! Нет, я посмотрела, конечно, на эти знаки, что-то ничего не поняла, но я наугад это сделала. Прикол. Ой-ой. Ой-ой-ой. Почему кровушка выпала? Так, ну что я вам хочу сказать? Я считаю, достаточно успешно, потому что нам сейчас надо просто мимо него пройти и убежать. А, нихуя, блядь. Еще какой-то хер с лопатой, блядь, здравствуйте. С дороги. Откуда, блядь? Откуда ты нахуй взялась? Вот это здрасте, блядь, вот это нихуя себе. Я говорю, вроде все спокойно. Охуеть спокойно все. Так, ну для нас спокойно. Здесь пока у нас ключик не открывается, да? Блять, ее с той стороны можно было открыть. Ну и ладно. Аривидерчи! Ибаесу хубаесу, блять, пиздец, вообще не ебет. Пошли нахуй. Я куда приплыла? Подожди, голову еретика мы получили, правильно? То есть мы ее можем вставить сюда, в пещеру с рисунком. Подожди, возможно, мы правильно приехали. А, ибаесы, говорит, ага. Я знаю ваши эти ибаесы. Нахуй бы мне оно нужно было с вами драться, понимаешь? Драться еще с ними. Не-не-не-не-не, какой драться? Так. Подожди, я забыла, в какую сторону идти, если честно. Куда-то туда, наверное. Ага. Вот куда-то вот сюда надо голову ставить. Во! Это и есть ключ? Не понял. Сюда? Еще что-то надо. Еще какая-то голова нужна. А где же ее взять? Пада, опа. А я тут и не была. Немножко застрял. Немножко это. Лунная походка. Ну, нормально, даже карточка не греется сегодня. А это я где? А это я тут что была? А это я тут была! Тьфу! Чё лазила, чё корячилась? Да, Лёнь? Да? Ну, извини. Оно бывает. Так. Голову еретика получили. Надо вторую голову где-то взять. Ну-ка. Может, какую-нибудь черепушку здесь возьмем? Нет, нельзя. Как будто оно поймет подмену вообще, ну. Это ж статуя, что ей будет? Куда она знает, что ей надо туда ставить? Так, что делать-то? Часовня большой пещеры. Часовня большой пещеры. Ну да, я там вроде как это. Мне кажется, там все прошло. Ну, тут дверь закрыта, это там оттуда же. Тут это по лестнице поднимаешься, тут вот там что-то делаешь, там по лестнице спускаешься, да.
Пока не понимаю дальше куда. А, подожди. Ну, пещера с рисунком — это да. Это основное. А допка-то где? Непонятно. Мне же нужна еще какая-то башка, правильно, туда, чтобы поставить? Во вторую руку-то. В карьере, в рыбопитомнике вроде тоже ничего нет. Не понял. Давай вот сюда попробуем сгонять. Мое! Ух, нихуя себе! Продать можно еще, смотри. Да, есть. Да, есть, да. 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 Это мы куда сейчас приедем? Нет, это мы не туда приехали. Ага. О! Смотри, тут. Тут курочки яйца несут. Ой. Чисто ферма куриная. Места нет. Места нет! Ой, бляха. Золотое куриное яйцо! Ешь! Бери. Там торговцу надо было. Ага. Это я возьму. Это я помню, да, торговцу надо было. Все? А сокровища где? Не понял. Бархатистый самоцвет. Так, нормально. Я вам не мешаю, куры. Заметим. Между прочим, я попрошу. Опа, а там что? Да, блядь. Он мне камеру не поворачивает. Ой, нафиг, давай вернемся как сначала к торговцу. Сейчас впутаемся опять в какую-нибудь передрягу. Опа! Уапа-папа! Уапа! Полицейский разворот. Нормально. Вообще, деревенских жителей ничего не смущает? Я тут как бы это самое... Да? А они нет. А я да. Неплохо, да? Так, подожди. Не сюда. Катаюсь тут просто, между прочим, на их владениях. Их вообще это не смущает. Побежали к торговцу. Ты знаешь торговца булочками? Торговца булочками? Да, я знаю торговца булочками. Она была замужем за торговцем булочками. Торговцем булочками. Да, торговцем булочками. Порадуй себя. Привет. О, что покупаем? Я тебя... Тебя сейчас порадую. Готов купить почти все. Отлично. Ты профессионал. За хорошую работу надо хорошо платить. Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут по-моему. Все.
Подожди, у меня есть черный кейс? Интересный выбор. В хорошем смысле. Приходи в любое время. Что-то, по-моему, ты не то мне сейчас сказал. Так. Так. У меня черный кейс. Золотой кейс. Повышенная вероятность найти песеты. Повышенная вероятность найти ресурсы. Повышенная вероятность найти патрон для пистолета. Вот. Черный кейс. Вот у меня черный кейс. Черный кейс. Ну-ка. Ай, как элегантно все выглядит. Ай, как хорошо. Ай, как красиво. А я как красиво. Уая, какая красота. Уая, уая, уая. Так, что тебе надо было? Что могу предложить? А что продаешь? Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Давай-ка купим вот это. Знание – сила. Это мне пригодится, помни, да. Помни это, друг. Угу. Баляха. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. А зачем мне этот пистолет? А, ну он у меня улучшенный, конечно, уже. Давай-ка черный будем улучшать. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. И на 4300 я ничего не могу сделать, да? Может, нож хотя бы починить? Не требуется. Понятно. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Это да. Я продаю много отличных товаров, чужак. Это хорошо. Доброго пути. Боброго, да. Как же мне понять, куда нам двигаться дальше? Подожди, может, есть какие-то указания? Подожди, подожди. Документы. Так. Это да. А, господи. Смотрите две точки на карте. Какие две точки на карте, блядь? Надо смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. Везде что-то не хватает, смотри. Две точки на карте. Вот, ну, голову еретика мы нашли. А вторая точка где? Вот тут как... Подожди. Она уходит, что ли? А-а-а! Так мне туда надо! Все правильно! Сходим в следующий раз. Я поняла. Все. Тупица вообще, вообще тупица. Все, короче, сохраняем игру. И до встречи на следующей серии. Я поняла, куда нам надо. Там вторая, наверное, как бы голова лежит, тут это все. Не сразу надошло. Все, всем пока, целую, обнимаю. Ай, люблю. Ой, не то. Вот.